В субботу, 2 апреля, произошло знаменательное событие для жителей аула Кашихабль, мусульман Кашихабльского района и всей Республики Адыгея. Свои двери открыла новая мечеть. Торжественное мероприятие совпало с первым днем священного месяца Рамадан. Сотни мусульман собрались у мечети, испытывая единую душевную радость от наступления долгожданного события. Разделить эту радость с аульчанами приехали председатель комитета по делам национальности и связям с отечественниками и средств массовой информации Аскер Шхалахов, председатель духовного управления мусульман по Республике Адыгея и Краснодарского края Аскарбек Арданов, представители общественных объединений и органов власти, научной и творческой интеллигенции, молодежи религиозных конфессий. Церемония открытия началась с чтения Корана. Эту миссию выполнил имам мечети Азамат Хуштов. Дорогие братья и сестры, позвольте мне открыть сегодняшнее торжество с чтения нашего священного Корана. Ауду биллахи минаш шайтанир раджим. Я الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Дорогие гости, дорогие братья, дорогие сестры, позвольте поприветствовать вас всех сегодня и поблагодарить за то, что вы приехали разделить сегодня с нами нашу радость. Каждый из верующих, каждый мусульманин знает, насколько имеет значение мечеть, насколько она дорога, насколько она ценна
И то, что мечеть является, любая мечеть в этом мире является домом Аллаха. Я прошу Всевышнего Аллаха, Субханаху ва Тааля, прошу Его именами и атрибутами, Его величием. Прошу только Его лишь одного, чтобы Он воздал вам всем, всем вам воздал за то, что вы сегодня пришли. Чтобы Аллах, Субхану ва Тааля, записал вас из числа людей правильных, праведных, из числа людей, обитателей рая, а именно обитателей Фирдауса. Пусть Аллах, Субхану ва Тааля, приумножит вам ваши шаги, ваше намерение, ваши слова, ваши зикры, ваши дуа, ваши саджда, ваши рукуи. Все, что вы сегодня сделаете в этой мечети, пусть это ляжет золотом на ваши весы в день, когда не будет помощи от других, а будет помощь только лишь от Аллаха, Субхану ва Тааля. Дорогие гости, дорогие братья и сестры, позвольте мне сегодня представить вам наших гостей и позвольте дать слово, первое слово, председателю комитета по делам национальностей, связям с соотечественниками и СМИ Шалахову Аскеру Асхадовичу. Уважаемые жители аула Кашхабы, Кашхабовского района, уважаемые гости, Мурата Карадеевича Пумпилова поздравляет всех с большим праздником, открытием новой мечети. Это важное событие для всех правоверных мусульман республики. Мечеть не только место исполнения религиозных обрядов, но и общественный, культурный центр для мусульман. Здесь ведется просветительская и воспитательная работа на основе истинных духовно-нравственных ценностей ислама, которые учат добру, милосердию, заботе о ближнем. Убеждены, что новая мечеть станет еще одним таким духовным центром в Адыгее. Сегодняшнее событие говорит о том, что в нашей стране активно поддерживается идея равноправия религии, укрепление традиционного ислама, приобщение молодого поколения к его духовно-нравственным ценностям во многом способствует сохранению мира и согласия как в республике, так и во всей нашей многонациональной стране. Руководство республики уделяет самое серьезное внимание поддержке религиозных устремлений жителей республики. В Адыгее создаются необходимые условия для формирования общества, уважения к правам верующих, реализация права на проведение религиозных праздников, оказывается содействие в строительстве религиозных храмов. Большой вклад вносят сами жители Адыгеи. Действительно, иногда усилия отдельного человека становятся реальным символом любви к родной земле, к своей малой родине. От имени главы Республики Адыгеи выражаю слова глубокой благодарности всем, кто внес свой вклад в создание сегодняшнего праздника. Передаю искреннее поздравление Мурата Карбеевича с началом священного месяца Рамадан. Присоединяюсь к пожеланиям душевной гармонии, счастья, благополучия всем правоверным мусульманам. Дин за фашхав каралы жит. Мы не пакай кусава цифхам зачами ежам чакай кусав, ак чафаю асауну. Сифаял, мы чахана не пы намаз зашутхам апарамафу. Е кусав, кай кусав чахатхам бухэшто я ахр зачами гадохуну. Ежаш хачи яуна хучи ясах хучи, кызди чалачу пакамчи зачами. Шучу дахвиты джаву десебок адзыхтну.
تدرجمك زواخر مشتي قلتنا سجنكو يش أنظر ماري يانر ياترش از سافساقو خبخوز رابقو ميشتو نودا مشت باوتو نخمة زجو زكا حمي قنچ سجت او جار زبوچ رشتي زبازخم على عام سونغا فتاقيت شانغج حاقيت يلا فدب شاجة فدب يلا زيش زيش يش خزجاج أطعبو خمچ نيبا أبرماف نجمازم زجم نجمازم أبرمافم خزواخر مشتن قيقوطاهم سافتاقو نجمازم دوغو داخو يجنو برام خيالج زجمش نسنو شب سو شب خوش زجم. Дорогие братья и сестры, благодарность за активную, благодарственную деятельность сегодня вручает Хивсокову Фуаду Алимурзовичу. Также благодарность вручается за активную благотворительную деятельность Хивсоковой Ирине Рамазановне, глава Республики Адыгея. Салам алейкум, рахматуллахи баракат. Я мама, как и все многие стоящие здесь. Вы представляете, что у меня творится внутри сейчас. Мой сын ничем не лучше всех вас. Он такой же, как и вы. Вы, может быть, даже и лучше, чем он. Но Аллах удостоил его быть благопричиной, построить свой дом, дом Аллаха. За это я буду всю жизнь до последней секунды благодарить Всевышнего Аллаха. Искренне поздравляю вас всех, жителей аула Кашихабль, Кашихабльского района, всей Адыгеи и всей родной страны за это место, за этот красивый дом. Я считаю, и воспитывать детей в духе, если человек богобоязнен, значит, он не опасен для общества. Желаю вам всем, чтобы вы были довольны Аллахом в воспитании своих детей, и чтобы Аллах помог вам быть достойными членами общества. Я ничем не заслужила ни благодарность, ни грамоту. Ну раз вы удостоили меня, дай Аллах, чтобы Аллах удостоил как это, этой грамоты, этой бумаги и встретил меня из числа тех и нас всех, кого он любит. Я вас всех обнимаю, всех люблю, ради Аллаха и Валахи, всех братьев и сестер. Альхамдулиллях, что мы все друзья, все братья и сестры. У меня нации нету, для меня есть люди. Я всех вас люблю. Салам алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Дорогие братья и сестры, позвольте мне пригласить и дать слово для выступления муфтию Республики Адыгея Краснодарского края Асхарбию Хаджибиевичу Кардану. Бисмиллахи рахмани рахим. Уважаемый Аскер Аскадович, Даур Аскарбиевич, уважаемые аучане, дорогие гости, позвольте мне поприветствовать вас всех от имени Духовного управления мусульман Республики Адыгея Краснодарского края, от себя лично пожелать вам всем мира и добра. Уважаемые друзья, сегодня первый день месяца Рамадан, где я вас всех поздравляю. И желаю, чтобы Всевышний Аллах принял наши молитвы, наш пост, наши благие деяния, которые мы будем совершать в этот благой месяц Рамадан. Сегодня знаменательное событие в ауле Кашихабль. Ну не только в ауле Кашихабль, но и во всей республике. Это открытие мечети. Мечеть – это архитектурное такое красивое сооружение, где будут молиться наши мусульмане. Но это одно из символов станет нашей республики. Это красивая мечеть. В этой мечети будут 5 раз звучать азан. Имамы будут проводить пятничные проповеди, уроки, лекции. Нашу молодежь будут наставлять на путь истины и нравственности, миру и добру. Сегодня я бы хотел еще отметить главу Республики Адыгея Мурата Карабича Кумкилова. Каждый раз в
во всех значимых мероприятиях он участвует и оказывает духовному управлению муфтиату всестороннюю помощь и поддержку. Лично знает всех имамов и эфендиев. Также хотел бы сегодня сказать, попросить Всевышнего семье Хипсоковых, чтобы дал им жизнь, чтобы в семье Хипсоковых в этот благой день Аллахам Сухаур Мунагун Гажа Аритну. Аллахам Сухаур Мунагун Якун Насиб Аритну Амаль Аритну. Ноба Аллахами Амрджа Мжадлярам Ди Жидам Даси Район Мисси Республика Мисси Дизуая. Аллахам Сухаур Пуча Ходи Мин Джагаджа Аритну. Но бы жизнь созвучим, чтобы даху месту зарету глава района мисхоз разанши завор аскербия поми тарапсе ушкос кожис. Ану месте чтобы дахер аби хатричем дижди мажитер дитовану вадуха али аллахам сафови тиж. Но бы цеки ини мажитим хадежам зачеми аллахам сафови тиж ну тхаспа фотлеру зачеми. Позвольте мне также дать слово для выступления главе муниципального образования Кашихабльский район Зауру Аскарбиевичу Хамирзову. Мы можем сказать, что это скорбие жия, мы можем район Вадера Рамзер. Мы можем сказать, что это скорбие жия, 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 мы Абы хашам ходит хирахойш. Что беда? А ты говоришь, хуже, когда все ходит и ама дари на хфу дебсауна, дари на хфу зерсауна. Что дава вгаса, харабсо ржизоа. Депутатский корпусу хашабля дасым унафа и ажра. Хабсо ганзор, хачот мжитель ауа кашихабль нова кудорафаша. Через это, как бы там зарфузоразали, Дорогие гости, дорогие братья и сестры, позвольте также дать слово для выступления председателю местной религиозной организации мусульман Аула Кашихабль нашему эфенди Амарбию Хангиревичу Даутову. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نوبة وشحبت مشيط رضاوكم داخو قفان سلام ياتخن يوغي بطابسومي سلام عف بزوخ نوبة تجيزة مخيريشو دخا وغوغ دخو حامجة فضاتو قفان جد خوراز الله تعالى شوري رأسو فوقو في جيزة وغامي الله تعالى غفتا فوقم هدى مشيت داخل ولا خدا غبنة فتاوري الله في نيسو خلي رحم الله الغزاق بأبراد رحاق وتحمي حق الغزاق بسمنتابك الله تادر زاق بأبراد الحق الله تادر ساش الله تادر خذبك نوبة دي حالة الله تادر خذبك نوبة دي جيدة قد خوبسو نزد زاق ونزد وغزر في وطو نوبة مش داخل Ирина, Амрахат, Шаледов,
وزن كفا نوبة ست خديز مشكوي أمي دينم ونوكو مغزامة دينم خزيك ومامة ست خديز مشكوي أجي وخد مشكتنا ويقوغ أجنغم ويقوغ يحنغم أراشي إلينا نوبة إسان دينم سيقولي خبغزي نوكو خبغزا إسان دينر يبغشتاوة ليس تخم جدو بجاغم وخد مش داخل غدا زحاتكم يا قاغر غدو يخدو مبسوة شيالة وما شده شده فنجة أبو بسابق في جنر في وناغو جي فيش حجي ما انزور نوبة من غدا ضوبامي أخد غابزو جي دنيا جي أخرتن جي في غبغون الوساولي الله من السبتر رحمه بس من سابق نوبة الله تعدم بإسلام دينم قوش بدوه كيرواباون ما نظم زمازري نوبة قيحاوي فريماخو دو جزري الله زي غارو قيحو نوبة من نظمازن زو بدامي يا غارو جي يا مشكي يا يرسقشي الله تعدم قادا بقو داخو قابزو يا دنزو عداخة الله تعدم Жириза фиг позвачужина сухой жилем дескам Ноба муфтиятым духовное управление мусульманам Унафу и жамча Нобам мажвитым жилем И имаму хуст азамат жатны Азамат Начик и хаситхуча университетер исламская жуха Абы помышу ажу барадь гори иерданем агудиз габзача еджири аби университетан шиуха. Ноба муфтим заму егосу дуляжа. Ноба муфтиятым юнафача бым адгагуауа бы шаана мажгитым кашитына джумхар проповедихар уазгар урокхар. Абы помышу мабым ур классит хатна на чахи, что вот хане хочу, хотя араши местом чаж, это пожаханер, Аллах тадим его не мр, пожахан фит, не мазит чисун фит, Аллах тадим шкиразен фит, а он оба имамом его нафаджа, мы мажгитим и зекуачер зекуна губсай им, сгора хуем имам ты губснаши жевапи ответили а вот на его зекуер пожаху, зекуер шишаху. زخیر بزنم شد خم و قضا حاوی مزوقت شد قضا و قضا چجی و آفیوز و حاج. علاشی عزمت نوبة امام عبد پمیش رو نوبة عزمت یش نحج عرفو دقابزو من نوبة زیبو قضا دیشب خم عزمت منظور یعنی دیی یجی امام یجی یفن یرغرازی خوب سپنس کریونر زرشتو بچیش آیا خیلی اگو فاقوی زدی اتو آراشی ابی مفتیات خوراز زباشت کیتر جا خود نوبه یا بچا یا بسا جا یا قبلو دینر زراتی جنی موجی تو دینر فاقو فاشخ زراحو شدشی اما عظمت را مراتره در یعنی همیت حقا بسوی جسان سخوی آجا سکیتر یا خود زرا پا همسخ بسوی مبن سجلی نوبا فزغفشنو سکوی ما انزو یعنا مدیشب خوم علمت اردن ززسلوحی پرید اومه جیلی ات کردنسون و سنتر مسلمان سیونو کفکازم ودو دخدی دو داریدی ار نوبا مفتیاتو سیونو کفکازم اسکم زجمی نوبا خود آقا فاشا هراشوی الله هم سافق انتیج مطلقه کیون آواجه Хорошо, что гуапо, садам шапа, что сохранишь. С большим удовольствием приветствую всех присутствующих. Ну, как автор проекта этого красивой мечети, я хотел бы просто поблагодарить участников, инженеров, архитекторов, ну и строителей. Работала здесь. Вспоминается, что ингушская бригада, как говорится, в поте лица работала, хорошо работали, поэтому хотел бы поблагодарить их тоже. Хотел бы поблагодарить еще были, когда мы это строили, да, вот
некоторые рядовые кашахаблицы тоже вносили какие-то личные сбережения. Поэтому им тоже спасибо большое. Мечеть прекрасная. Пошхабля хамянасапухал башташа. Во славу Аллаха, на благо народа. Дорогие гости, дорогие братья и сестры, позвольте еще раз поблагодарить всех за то, что сегодня пришли поддержать нас. Пусть Всевышний Аллах Субхана ва Тааля дарует всем свою милость. Позвольте еще раз всех поздравить с наступившим благословенным месяцем. Пусть Аллах Субхана ва Тааля принесет счастье, радость, имана, ихсана в каждый ваш дом. В каждый ваш дом. Пусть Аллах Субхана ва Тааля дарует милость каждому, кто сюда сегодня пришел, и тем, кто хотел прийти, но не смог этого сделать. Дальше, дорогие друзья, очень многие сегодня и постятся, очень много гостей. Позвольте вас всех пригласить в мечеть, сделать намаз, разговиться, а потом нас ждут праздничные столы для тех, кто хочет разговиться, и для тех, кто приехал к нам в гости. Позвольте всех пригласить вас, иншаллах, рахман, сегодня разделить с нами этот благословенный день, первый день Рамадана, и этот день открытия этой мечети. Всем джазакумуллаху хайра, всем спасибо. По завершении церемонии жители и гости вошли в мечеть, где совершили коллективную молитву. На площади перед мечетью были установлены шатры с накрытыми столами. После молитвы всех гостей пригласили на ифтар. Главным угощением вечера стало традиционное блюдо плов. Для детей отдельно была установлена стойка со сладостями. Мечеть – священное место для всех мусульман, место для молитв и душевного очищения. Красивые мечети появляются во всем мире. Они удивительны не только внешне, но и их интерьер поражает своей красотой. Мечеть аула Кашхабль построена в самом центре аула. Здание с двумя минаретами высотой до 30 метров будет вмещать около 1000 человек. Кроме ежедневной пятикратной молитвы, в ней планируется проведение занятий по основам ислама и чтению Корана, уроков и лекций для прихожан. Отдельного восхищения заслуживает и благоустройство прилегающей территории. По всему периметру высажены саженцы, установлены скамейки, фонари. Красоту мечети можно увидеть дважды – днем и в вечернее время, особенно на закате. Подсветка делает мечеть очень красивой. Днем ранее в новой мечети был проведен первый пятничный намаз. На эту молитву пришло большое количество верующих и не только. К собравшимся обратились и эфенди аула Кашхабль Амирби Даутов и имам мечети Азамат Хуштов. يبهر عزام نوبة وشجار شيالا مع عزام نوبة وشجار ومشككم زميزة تموه بخسمين جا وشجنو الله هم نسف ياكم عليكم الله هم ديك يا الله هم وردت فيك يا الله هم مشكت ووردت فيكونو يمان نماز هلي الله هم قبلت فيكو وزيكا على عطادة ودفاسة سوى نقبل رديتو بإسام دين نوبة عطادة ودتقاو جنشت Алтайдат поразил даху для жены Усмачапу Алмаша. Уважаемые Амарзи, обратился ко всем стюа, поздравил всех с Мазаном, с первым Джума, пожелал всем крепкого имана, чтобы эта мечеть приносила всю пользу, что эта мечеть стала для нас радостью, чтобы у всех, у каждого дома была такая же радость, чтобы Аллах Субхана ва Тааля смиловался над всеми, чтобы Аллах Субхана ва Тааля даровал нам крепкого имана и в будущем крепкого здоровья. Также имам обратился, наш старший уважаемый Амарби обратился к имаму с благими напутственными словами, чтобы иншаллах рахман, имам, который здесь приносил пользу для всего джамата и для всех жителей Аула.
До совершения намаза имам подробно рассказал присутствующим о значимости появления подобных мечетей для верующих. Мы помним наши дуа, мы помним наши молитвы. Все прекрасно, кто знает меня, кого не знаю я, из старших и из младших, как мы делали дуа, чтобы Аллах наделил этот аул большой прекрасной мечетью. И казалось бы, прошло не так много, казалось бы, жизнь еще не прошла. Казалось бы, не успели мы оглянуться, и это было практически вчера за спиной, как сегодня здесь стоим на минбаре перед вами, как мы открыли эту мечеть, и сегодня радуемся и начинаем новую историю этой мечети и пишем дальше историю этого рода. Валлахи, дорогие братья, клянусь Всевышним, клянусь только лишь одним именем, который создал и меня, и вас, который создал все сущее. Может быть, мы все уже не увидим через 50-100 лет, как будет эта мечеть дальше свести. Но она принадлежит Аллаху, она принадлежит всем тем верующим, у кого в сердце есть хоть частица крупинка имана. И я прошу Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы Он не обделил нас своим нуром. В Коране есть сура Нур. И в Коране описывает, Аллах описывает, что свет, свет Аллаха, Он мощный, что Его милость, Его милость, она мощная, что Его сила, сила мощная, что Его любовь, любовь мощная. Я прошу Всевышнего Аллаха только лишь одного, Создателя всех миров, чтобы Он не только не покинул нас, но чтобы Он помогал нам в цветении этого, этой мечети. Я Рабби, убереги нас от шайтана, которого побивает камня. Самую первую очередь, я Рабби, не дай шайтану переступить пороги этой мечети. Я Рабби, убереги всех, кто приходит сюда от поздней шайтана. Я Рабби, убереги весь Аул и всех верующих, которые живут здесь у нас, от поздней шайтана. И вот зазвучал долгожданный первый азан.